Противоречащие напрочь противоречащие закону о СМИ, которые имеют право на это открытый публичный орган, ну, Насдума, она не имеет никакого статуса, что туда закрытое заседание. Заседание не объявлено закрытым, то есть там никакие тайны, ни государственные, ничего не объявлено. Поэтому это открытое заседание. На открытом заседании СМИ имеют право присутствовать в открытом органе. Поэтому мы настаиваем, СМИ можно рекомендовать там и так далее, но не пускать нельзя. Поэтому мы настаиваем на то, чтобы он и СМИ, и наш помощник. Все нормально, все нормально. Все, рабочая обстановка, работаем, заходим.